500 поваленных деревьев, километры оборванных проводов и сотни домов без света. Все это последствия снежной бури, которая вот уже второй день не прекращается в Одессе. Коммунальщики не успевают расчищать город, потому что аварий много, а техники не хватает. Упавшие деревья украшают не только одесские дворы и межквартальные проезды, но и проезжую часть. Из-за непогоды и многочисленных ДТП общественный транспорт частично перестал ходить. Поэтому многие одесситы долго добирались до работы или вовсе шли пешком, как это было, например, во время снежной стихии 2009 или 2014 годов. Но идти пешком тоже сомнительное удовольствие. Наши земляки жалуются на нечищенные тротуары. Да ничего нигде не чистится. Где расчищают? Нигде абсолютно. Ни дорожки, ни... Вот люди протоптали, вот это так и ходим. То, что сами протоптали. Нигде, ни дороги, ни во дворах, нигде абсолютно не чистится. По данным департамента городского хозяйства, непогода спровоцировала 131 обрыв сети внешнего освещения и 78 электротранспорта. Некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты на долгое время стали недоступными. Нагруженные мокрым снегом ветки падали прямо на провода, которые под весом древесины обрывались и затрудняли проезд транспорту. Снег, который сыпал до самого вечера четверга, как мог мешал ремонту электроопор. Кому-то новый день придется встречать без света в доме. Жертвами погодных условий стали и жители домов по адресу Исхака Рабина. Еще вчера вечером на теплотрассу упал старый тополь, который оставил два десятка домов без тепла. Коммунальщики сразу стали устранять аварию, но из-за размеров дерева ремонтные работы затянулись. А в квартирах батареи до сих пор холодные. Вчера пропало отопление ночью. И вот сейчас пока еще батареи холодные. Пока никак не обогреваемся, еще как бы форточки все закрыты. Держимся на старом тепле, аж квартира пока еще не остыла совсем. Увы, не обошлось и без обращений в травмпункт. На двоих одесситов упало дерево. Одного из них отправили в отделение нейрохирургии. За последние сутки резко увеличилось количество обращений в медучреждение. 58 одесситов получили повреждения из-за погодных условий. На сайте муниципалитета в срочном порядке были опубликованы адреса травмпунктов, где пострадавшие от непогоды жители могут получить первую медицинскую помощь. На помощь коммунальщикам в устранении последствий циклона пришли 250 военнослужащих, которые посыпали тротуары песком. Вместе с студентами военной академии очищают город и 1500 работников различных коммунальных служб. В мэрии сетуют, из-за большого количества ремонтных работ городские службы не успевают мониторить новые аварии. При этом продолжают работать горячие линии, куда одесситы во время ЧП локального масштаба могут обратиться за помощью. Номера телефона вы видите на экране. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».